Всем привет! Добро пожаловать на канал Micro Universe. И сегодня я вам расскажу о своих муравьях Missor capitatus. Я наконец-таки их переселил в новый формикарий, в более просторный. Да, в формикарии от Алиэкспресса им было в принципе комфортно, но я что-то начал заниматься творением, душа требует искусства, и поэтому я залил себе еще один формикарий. Делал его как по подобию большого, то есть в принципе это отвертка, это молоток и в принципе руки. Ходы я пластилином не отливал, я все вырезал, и поэтому можете видеть небольшие недочеты в этом формикарии. Где-то стекла поцарапаны, где-то ходы неровно вырезаны, где-то они криво вырезаны. Но это 100% ручная работа. Ну, понятное дело, что сам пластик и не отливал. Хотя, может, в дальнейшем я и пластик буду отливать. Сейчас вы наблюдаете картину. Это маточная камера. Здесь у нас хранится расплод. Здесь большие муравьи-солдаты грызут зерна. Также я им кинул сверчка небольшого, но я сейчас уже его не наблюдаю. Если вдруг вы увидите его на видео, то напишите тайм-код, где он располагается. Я, по крайней мере, его вообще не наблюдаю. Хотя он тут есть. Миссоры очень быстро переселились в этот формикарий. Буквально за 4 часа. Как только я подключил формик к арене, фуражиры сразу ринулись осматривать новые владения. И начали перетаскивать. Но нет, перетаскивать не начали ни расплод, перетаскивать не начали ни матку. Первым делом они начали перетаскивать с арены все зерна, которые видели. Только потом, когда уже все камеры были битком, они удосужились перетащить расплод и матку. Вот так выглядит арена. Сейчас попробую приблизить вам это все дело. Вот так вот выглядят муравьи. Какие красивые, глянцевые. Это все, что они накидали с той арены. Очень много шлухи. И особенно меня пугает то, что они на ватку, где у нас дополнительные входы в камеру, они все закидали мусором. Формикарий выглядит так. Три стороны, по 4 камеры и камера увлажнения. Вот таким получилось у нас переселение. Поэтому ставьте лайки, подпишитесь на канал и поставьте лайки под прошлым видео. Всем пока-пока.